Здравствуйте, дорогие любители футбола, дорогие друзья, подписчики, гости моего канала. Меня зовут Егор Дергачев. Как вы уже поняли, вы находитесь в моем блоге. Лига чемпионов у нас на повестке дня. И поединок весьма и весьма интересный. Поединок, который пройдет в Дортмунде, где местная Боруссия будет принимать АПЛ. Боруссия поставила себя в катастрофическое положение. Команда идет на последнем месте в группе. О какой-то борьбе за Лигу чемпионов, мне кажется, уже можно забыть, поскольку у Реала и у Тоттенхэма 7 очков, а у Боруссии всего одно. Борьба за Лигу Европы остается немецкой команде. И, по сути, вот поединок с АПЛем – это тот самый матч, который позволит Боруссии как минимум рассчитывать на третье место в группе. Да, Боруссия, вероятнее всего, запомнит уроки предыдущей встречи и, вероятнее всего, выиграет. Я говорю «вероятнее всего», поскольку нет стопроцентной уверенности в том, что Дортмундская команда победит. Но если вы посмотрите на линию, которую предлагают букмекеры, они на 100% уверены в том, что Боруссия просто вынесет команду из Кипра со своего стадиона. У меня нет такой уверенности. Вспомните игру киприотов на Сантьяго Бернабеу, где мы ставили на АПЛ с форой плюс 3, и, насколько я помню, там, к сожалению, ставка не выиграла, но возврат мы оформили. Боруссия не намного сильнее Реала, да? Дортмундская команда, возможно, будет обозленная, но забить киприотом 3 и более мячей дано далеко не каждому. Я вам предлагаю повторить нашу ставку, поставить фору на АПЛ плюс 3 мяча. Коэффициент адекватный, довольно велик, 1.81, и это делает такой вариант ставки еще более привлекательным. И если вы со мной согласны, то не ступитесь, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. В комментариях пишите свои прогнозы на матч Боруссии АПЛ. И, конечно же, дорогие друзья, буду рад видеть вас в своей группе ВКонтакте и у себя в друзьях ВКонтакте. Ссылочки на обе страницы вы найдете в описании у этого ролика.